Йоу, гейс, с вами Шимки, и нужно проверить, да, все идет, поэтому погнали. Так, погнали. Нам нужно с вами дойти до конца локации. Там осталось, в принципе, нам немножечко. Только я не понимаю, почему здесь эти чудики появились. Раньше ведь их, или они были? Просто их тогда убил. Кажись, были. Все-таки были. Ладно, нам тут все равно тут каких-то несколько милей пробежать. Убить босса. Так, перепрыг. Кустарный монстр. Угу. Там все-таки что-то есть хорошее, что мне нужно. Это я узнаю под... Блин. Ладно, пошлите сейчас, так уж быть. Скамейка. Автомат, чтобы вызвать ее. А я... Пока я буду тратить на эти денежки. Блин. Потом. Мне нужно собрать еще немного. Хотя на осину можно потратить, слушайте. Поехали. Поехали. Я куплю сейчас. Пропущу. А, нельзя пропустить. Я куплю сраное колечко, которое будет мне помогать в сборе наших этих предметов. Так, давайте сначала я тогда к той торговке схожу. Может, у нее новый товар появились. Этот появился, спутник. Папа, надо. Ну, хочешь что-то прикупить, у нас и так уже все скуплено. Почисто. А если пока у нас ничего достаточно на продажу нет. Корнеев, конечно, будет счастлив, но я ума не приложу, на что он собирается потратить все эти гео. Понятненько. Эй, ты! Что стоит... Что стоишь в тени? Да, твой взор не затуманен. Я могучий Зод, великий славы рыцарь. Так, трепещи передо мной. Пока вы отсиживались в этой гладкой деревушке, я спустился в темноту колодца и убил великого зверя. У него были острые челюсти и скверные манеры. Да-да, вся слава моя. Нет времени налезть. Мне нужно отдохнуть и приготовиться к следующему походу вниз. Чё, херел? Тот безумный старик несет полную чушь. Похоже, он думает, что воздух в пещерах внизу отравлен. Возможно, тогда ему лучше не дышать вовсе. А еще он болтает всякое о грезах. Тьфу, грезы. Удел тех, кто не умеет жить по-настоящему. О, что за дела? Наш ловчий вернулся, просто взял и забрел к себе в дом. Я-то надеялся, что он расскажет мне о своих похождениях, но он, кажется, почти ничего не помнит. Может, просто он выдержал тягу от путешествия? Если захочешь что-нибудь у него купить, будь начеку. Цены... Так, поламывает, будь здоров. Конкуренции нет, вот в чем проблема. Плохо для рынка, но он, конечно, не жалуется. Никогда не думал, что увижу такое. Вокзал Рогатый снова открыт. А ведь это здание поставало еще до меня. Ох, я слышал много историй о тех чудесных туннелях. Целая сеть престареющихся на все королевство. Не то чтобы я буду кататься по нему. Что ты? Мне и тут все устраивает. В доме у Кавказии не так давно расположилась молодая пара. Кажется, они открыли магазин карт. Так что может заинтересовать путешественников вроде тебя? Какая же она высокая, его жена. Я предложил им выбрать любой пустой дом в городе, но почему-то они приглянулся именно тот.
Так, сгибаться в три погибели, как она, каждый раз, чтобы пройти в дверь. Я бы это не вынес. Я знаю про Hollow Nest. Далеко не все, но могу сказать, что под так теми лестничными пещерами есть грибная роща, где когда-то жил миролюбивый народец. Не совсем жуки, но и не совсем растения. Быть может, стоит туда заскочить, есть только одно «но». Вонь там стоит ужасная, прямо-таки пропитала стены тех пещер. Еще что-то скажет? Больше с ног так все значит. Короче, что происходит в городе или с кем я вообще общаюсь? Фу, что за убогая деревушка, воздух тут гадкий. И местные вечно таращатся. Спущусь вниз, так только предстоит возможность. Ну так в чем дело? Так, там еще один закрытый дом у нас есть, получается. Зайду сюда, куплю, что у него еще есть, что я могу купить. Так, было такое, что торопись куда это. А, так, 300 стоит, окей. Давайте тогда я куплю за... Блин, то есть маску я могу только у него покупать? За 300 у него возьму все-таки. Да. Куплю эту херь. Да. Сотка остается. Так. Что у меня есть? Ловец душ. Повышает... Высекать из... Блин, ну, с помощью этого амулета шаман добывает душ из... Нельзя, понимаете, оно мало падает. А, с каждого ударом гвоздя. Да нафиг оно надо. Я лучше поставлю, чтобы у меня автоматом собиралось. А то, как бы, бегать вот рели за ними не очень актив. А, поехали. Халя-паля-ля-ля. Блоха, быстрая блоха. Так, отдыхаем на стульчике и побежали. Побежали. Так, у меня только... Хера, их там двое? Ой, они там много сокровищ хранят. Хотя, давайте лучше на обратном, я думаю, пути, да? Так, музычка у нас закончилась. Здрасте. Ты там, где стоишь, призрак? Я не призрак. Я видел, как ты пробирался через порость. Следуй за мной. Это деревня Карлеста. Днем так просыпается нечто ужасное. Я чувствую это в воздухе. Я знаю, что ты такое. Я знаю, что ты пытаешься сделать. И я не могу этого допустить. Эй! О-о-о! Мысли, чем она меня зацепила? Как мне отхилиться? Издеваешься, девчушка? Я понимаю, что я мог тебя в тот момент побить, но... Вау, Эдина.
А, она не достает меня еще плюс. Выйди. Так, все. Сколько ее бить надо? Ну, она была с такой. Только вот эта атака сильная. Ай. Ша. Так, тихо, хилимся. Готово. Испытание решительности. Так, осмотреть. Получен накидка мотылька. Вот, наконец-то, нажмите С для рывка вперед. С помощью навыка можно передвигаться рывками по земле и в воздухе. Наконец-то. Хочешь ли разбить печати? Их нельзя разбить. Их нужно разбить. Дай нам поспать, маленькая тень. Возвращайся в тьму. Оставь нас в мире и покое. Вау. Вау. Вот это класс. Ауч. Ну это о чем я говорил. Только теперь нужно где-то еще найти двойной прыжок, потому что это классная штука. Стоит мне... А, я путь сокращения нахожу. Значит, стоит. Окей. В принципе, я все равно сюда еще смогу попасть в какой-то степени. Поэтому погнали туда, куда мне предлагают пойти. Фу, блин, фу, блин. Главное теперь кнопки не путать. Теперь главное не путать кнопки. Озеро Ун. Камнюка, я души потерял. Я души из-за него потерял. Ладно, войти. Отдохнуть. Озеро Ун. Слушать. Go. О, приветствую. Google, кажется, мы оба с тобой сбились с пути. Поверить не могу, что эти так польные древние тракты могут привести в такие цветущие живущие края. Кажется, тут кажется, тут поклонялись кому-то, хоть и видно, что эти идолы уже давно забыли. Впрочем, это место подходит не только для поклонения, но и для отдыха. Я видел там очень странное товарища. Кажется, он пристально наблюдал за озером. Я хотел бы поздороваться, но подумал, что лучше сначала подточить гость, если вдруг что-то пойдет не так. На, Минобис! Твой гвоздь неплох, как я погляжу, но уже порядком произнесся. Не спорю, тут, наверное... Так, наверху он еще послужил тебе на славу. Ну, спустись ты вниз... И встретившись с опасностью, о которых наверху и не слыхали. Так, ты меня хочешь заточить? Hollow Stands — прекрасное место для
истовых исследователей вроде нас с тобой. Такое напряжение и волнующее странствие. Такое волнующее странствие. Тут ты либо настороже, либо уже мертв. Настороже. Хм. Окей, ладно, тогда отдыхаем. Что, пойти попытаться поговорить с тем типом? Эй. Что это за птица? Блин, опасно, ладно, не буду идти тогда. Ну, это нам придется теперь с вами назад идти. Получается, что так. Ладно, погнали. Если так, погнали назад. О, черт, я про него забыл уже. Он меня два раза коснул. Ты уйдешь. Теперь я могу тебя догонять. Точно, да. Давай, прячется он там. Теперь нужно собирать, короче, денежку будет на эту. Скажите, я вам тоже скажу. Либо на ключ, либо на друга фонаря. Я думаю, друг фонарь будет здесь пол... Зараза. Ладно, давай, подожду я тебя здесь. Зараза. Так, это... Я здесь был. Ничего, херил? Ладно, плевать. Так, здесь я тоже был. Куда нам тогда идти? Давайте посмотрим. Тихо, нет, наверх. Все-таки там что-то было. Что-то там, да, и было, оказывается. Только что там было? А, там был проход, где я не мог пройти так, таким вот образом. Так, проход там сверху. Вот здесь, да, был у нас местечко, где пройти не мог. Мог я пройти по обстоятельствам. Мам ли... Сейчас буду еще урон получать. Бундучок.
Ах, черт! Серьезно? Классно. Каефно. Классно, каефно. И главное, без тени я не смогу юзать, да, ее. Класс. То есть способность, я имею в виду. А это на самом-то деле много мороки. Если так подумать. Сейчас туда заново спускаться, либо если мне повезет. Мне сразу с ним дадут сразиться. Тенью. Не прыгай вниз еще. Пошел. Теперь меня пригорает. Теперь меня просто пригорает. Откуда я мог знать, что я теперь не смогу хилиться? Мерев. А ты не, бутылек я вижу. Не, рабочий. Только что разбитый. Может, я теперь только два раза могу хилиться. Журнал обновлен. Берусь снова. Как получить сразу два удара? Легко. Легко. А не, вот тень. Ох, оказывается, с самого начала. Что мне только с этим? Я такой тактикой. Я смогу убить. По одному забирать. На это не рассчитывали, ребятки? То минус один. Легко и просто. Ай. Давай, давай, давай. Запуляем мелкого. Бум. Минус, просто минус. Минус, минус, минус. Так, а здесь у нас что? Посмотреть. Панцирь. Пальдра. И еще один амулет. Еще один личный амулет. А как мне отсюда выбраться? А, понял. Без проблем.
Так, ладно, если здесь у меня карты нету. Только вопрос, почему? Типа это секретное место? Если да, то почему? Пошел в сраку, сосулькин. Больше вы мне этой херни не зацепите. Ладно, нормально. Не, погнали на трактир сразу побыть. Хотя. Так, туда я ходил. Давайте вниз, короче, там проход вон есть. Еще один более такой слепой проход. Мнимый, так сказать. Ах ты, говнюк. Нет, против тебя уже такую тактику понял. Ты уже no problems. Опс. Так, ладно. Пополнить хп. Полетели. Полетели, полетели. Так, сохранились. И вниз полетели. Вниз, вниз, вниз. Так, вот здесь уже будет сейчас опасно. Да нет. Так, это где я спрыгиваю? Хотел сказать, где я поднимаюсь. Ох! А что это за проход? Да это хотя бы срез. Ладно. Тогда так уж и быть. Как получить урон? Ладно, погнали тогда наверх. Ну, вниз, то есть. Мы... Так, мы берем жизни из мха и листьев, пока ими полнится тропа. Мы никогда не уявим. Не увянем. Уявим. Вянем и не вянем. Бем, 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 бем. Ага, дальше пути нету, все. Туда мне не попасть, потому что мне чего-то еще не хватает. А мне походу здесь 100% нужен двойной прыжок. Да, здесь двойной прыжок нужен. Если я хочу пройти дальше, мне нужен двойной прыжок. Ладно, давайте, так уж и будет тебя использую. Только зачем? Только зачем? А по-другому никак наверх не попасть, да? Не, можно попасть. Можно, можно, можно. Я лучше по-другому попаду, если там есть проход. А, есть. Да, там должен быть проход, вы здесь. Я, кажется, тут проходил, да? Да.
А отсюда прям. Бум. Вот черт. Вот черт, ладно. Колючка страданий. Так, хилимся и отправляем. Но зато я прошел типа мини-испытания какого-то. Так, а где мне жука взять? Жука телепортатора. Только наверху, да? Ладно, давайте. Или нет. Блин, я не знаю даже куда идти. Блин, давайте, ладно, пойдем к лавочке, там остановимся и все. Ой, тихо-тихо, чуть не упал. Чуть не упал. Гомняки. Немного запутался. Немножечко запутался. А вниз? Или стой, где скамейка была? Да, внизу. А, давайте тогда здесь закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и... до новых встреч. Всем пока.